Для художника, умудренного и проницательного, персональная выставка всегда становится размышлением о творческом пути, воспоминанием об интересных событиях, о странстве и встречах с замечательными людьми. И родной художнику мир соседствует с заморскими экзотическими видами. Зрителя завораживают пронизанные светом города солнечной Италии, монастыри, улочки, виллы, сады. Внимательный в повседневной жизни художник каждый раз находит особое композиционное решение, выстраивает новое колористическое состояние. Воспоминания стирают временные границы и соединяют разнообразное пространство. Так рождается ощущение цельности мира и художественной системы мастера. В пейзажах Алексея Лопато есть притягательная достоверность, академическая выстроенность композиции, живописная мощь и романтичность образов. Thank you.
индивидуальное восприятие природы, любование земной красотой и старинной культурой делают живописное полотно то философскими размышлениями, то патетическими симфониями. Любовью к старинным русским городам с их особой одухотворенностью пространства проникнуты полотна художника. Выразительно, через сдержанную монументальность и строгость живописного решения представлен образ певца Урала Дмитрия Мамина-Сибиряка. При создании портретных образов мастер исходит из личных установок и субъективных оценок, дорожа индивидуальностью восприятия человеческого мира. Осознанный выбор модели продиктован живым участием художника, искренним уважением или любовью. Портреты обретают роль своеобразного связующего звена
продолжающегося откровенного диалога. В них академическая точность и строгость рисунка, рождающие ощущение натуралистичности, порой соседствуют с романтической идеализацией или тонкой символикой, что придает характеристикам героев особую многогранность и выразительность. Внутренней силой и спокойствием веет от портретов. Далекая Индия, горный штат Химачал-Прадеш с грандиозными хребтами Гималаев, некогда воспетыми на картинах Николая Рериха. Многочисленные пленэрные этюды превратились в картины, в которых эпические пространства соседствуют с камерными поэтическими образами. Художника, обращение к неравнодушному, умному зрителю, желание поделиться сокровенным, рассказать о том, что и по прошествии многих лет остается дорогим и близким. Без лишней экстравагантности и нарочитости, сохраняя классическую основу и совершенствуя приемы художественного языка, мастер ведет свою линию в искусстве. При всем разнообразии пейзажных сюжетов и портретных образов, живописных решений и композиционных приемов чувствуется единая осмысленная программа художника, его установка на создание картины как выражение личного взгляда на мир и творчество.